Всем здорово, ребят. Ну что, поехали качать, делать первую, вторую эволюцию, герою делать аугментацию. Конечно, это будет немножко дольше, чем вы привыкли видеть на английском сервере, потому что у меня здесь, к сожалению, нету столько ресурсов, как там. Ну, я постараюсь сделать по максимуму это быстро, чтобы мы посмотрели на героя, на первое, второе эво, что он может, какие вариации ставить. Ну, в общем, вот как-то так. Прожали лайк, кто не подписан, подписались, потому что по статистике зашел в аналитику, больше половины не подписано на канал, поэтому проверьте свои подписки, обязательно поставьте колокольчик, чтобы вы успевали за видосами. Видосов у меня выходит много, конкурсы разнообразные, поэтому не пропускайте. Такс. Окей, поехали. Герой, автопрокер. Варианты сейчас потестим разные, посмотрим на разных локациях, будем по чуть-чуть прокачивать. Сейчас я повыставляю только героев, и чтобы мы с вами сразу фармили быстренько золото и ману, потому что у меня здесь, к сожалению, не все так просто с этими ресурсами. Ну, что маемо, то маемо. Так, космо мы играем. Сюда Минотаврика. На этом аккаунте не особо трешую. Знаете почему? Я перешел на другой сервер и не жалею. Такс. На Тавр. Компания. Так, окей. Поехали фармить. Сделаем сейчас с вами так, Тауэр, делаем с вами аугментацию. Смотрим, что можно герою поставить. А есть также у нас новая чарка добавилась. Насчет нее будет отдельный видос. Потестируем, посмотрим, куда можно ее притулить. Как херново, когда книг нету, да, ребят? Ты не сделаешь. Такс. Рурум. Делаем эволюцию. Делаем аугментацию. Качаем. А, просветики мы уже не качнем. Поехали. Жало называется аугментация. Так, ну, наверное, столько книг и не надо. Аугментировали. Что по созвездиям? Ну, чтобы я себе поставил, давайте изначально посмотрим талант героя и разберемся. Во-первых, герой у нас автопрокер. Бьет, правда, не по зоне, бьет просто прямо. То есть, естественно, можно как вариант пробовать проходить волны. Плюс я уже говорил, будет интересным на ЗБшке в некоторых моментах. Имеет иммунитет к молчанке и бедствию, но надо будет от стана спасать. Варианты пофармить, сейчас тоже попробуем на волнах, как она себя показывает, потому что она автопрокер, можно поставить воодушевление. Ну, такое, я, честно говоря, не знаю, собирать ролики и много уклона бессмысленно. Это не тот герой, который будет там прям мега-мега-мега крутым. Но, в принципе, можно собрать неплохой деф, чтобы выживала подольше, потому что жизни у нее и так, знаете, не особо много, но есть вариации поставить священный суд, либо же вот пенек поставить, как вариант.
Победный для урона. По скиллу ее сейчас берем. 140, давайте сделаем сразу же десятку ей. Десятка. 460% атаки вражественным целям впереди. В течение 3,5 секунд повышает получаемый урон. То есть урона, как видите, не так уж и много. Атаки у нее тоже не особо много. По статам она не особо топовый дамагер. Но она бьет по зоне, скажем так, по всем, кто впереди. Получается, понижает на 30% их деф и уменьшает лечение. Я буду однозначно ее пробовать использовать в лабиринте и на PvP локациях. На фарме, на волнах где-то, я не знаю. Еще вариант, как вариант, можно попробовать ее использовать на море. А так, в принципе, ничего не особенного нету. Двум дружественным героям с наименьшим ОЗ показатель здоровья дает понижалку. Ну, в общем, вот как-то так. То есть для фарма, в принципе, она на волны даже сойдет. Сейчас мы с вами это потестируем. Естественно, я ее докачаю дальше. То есть по варианты по этому, по чарам. Рил, там. Делаем такой вариант с обрядом лечения. Плюс ангел. Ну, ремка это у нас так временно. Я сейчас прокачаю. Быстренько прорывы. Ну, видите, печально все в русском сервере. Когда тем более не донешь. Варианты какие по талантам я для нее вижу? Ну, вариант, конечно же, если вы хотите ее на PvP локации собрать, это можно как вариант, в принципе, поставить огненку, так как она имеет иммунитет молчанки. Поставить СО, сейчас Зефир и прочие имеют, скажем так, могут пробить. Поставить вариант огненки плюс СО. Можно такой вариант на PvP локации попробовать собрать. Максимальный деф. Самое основное, что от нее надо на сегодня, как я вижу, это ее дебаф и плюс повышение точности. Автопрокер. В принципе, она набирает энергию довольно-таки неплохо. Так вот, так вот. А дальше нам придется качать сейчас, трешивать с вами. Помнить старые былые времена. Но у меня вроде пропуска есть. Сейчас попробуем. Так, а Джей мы здесь, кстати, еще не зафармили. Поэтому нас ждет это все впереди. Так. Я что-то было, я уже забыл, что у меня есть пропуска на эти полные и будет. Не так уж, конечно, и быстро, как хотелось бы, но все же быстрее. Глянем, что там у нас просветов нету талантами. Все, что хочешь есть, кроме просвета. Чтобы просто быстрее было. Опять ремка. Ну, хорошие талантики падают, да? После обновы. Огненько. Блин, вот падает все, что хочешь, но кроме того, что надо.
Короче, как обычно. Вот, отлично. Пакетик есть. Поехали. Так будет побыстрее. Сразу два левела перескочили. Сразу прорывы докачаем. Так, устанавливать. Обычно бегу, а нету. Привычка с английского сервера. Так, 185 качаем с вами. Заодно как раз прорывы прокачаем и затестим ее, посмотрим. А, попробуем поставить ей в отделение. Сейчас какой-то талантик словить. Я вам покажу, что этот герой может на волну. А потом уже ждите полного теста. Есть. Шестой даже. Делаем вторую эволюцию. Можно было, кстати, книги получить. Ну, в принципе, сейчас мы быстренько мелкие лазы хочем. Не так все плохо, знаете, на русском. Такс. Хочет. Па. Хорошо, вот что поставили восклицательный знак. И возможность ты видишь, что герой там уже у тебя докачался. Так. И... Ну все, теперь только финишная прямая до 180-го. Дальше до 200-го качаем. И идем с вами тестить. Я надеюсь, это будет быстро. Видите, левела при прокачке вывапывается намного быстрее. Просветы, точнее. Так, есть. Все отлично. Теперь точно финишная прямая и идем на тест. Буду все героев поснимать, посмотреть. Кто герой может на волнах, так как он автопрокер, в принципе. Какой там 85-й. Как раз все карты используем до следующей обновы, накопим опять. Качайся. Качайся, дорогая.
Так, а все, она у нас 200-й уже. А мы тут страдаем фигней. Так, поехали. Выберем сейчас с вами талантик для фарма. Туремка бессмысленно. Тоже это такое дафное, потому что это можно, кстати, я живу как вариант. 5 просвет. На атаку ее собирать, ну, любая отражалка, она сейчас просто улетит. Огненная защита. Кстати, огненная защита за атаки потестим. Таким вариантом. Лавы. Таким вариантом я ее хочу затестить. Так, есть. 9. Ставим сюда воодушевление. Даже 9-я воодушка есть. Плюс ангел. Оставляем ее на таблетке. Все. Поехали, потестируем, посмотрим на волнах. Вы увидите, что такое автопрок. Давайте с вами S. Ну, там дальше посмотрим, как оно будет. То есть, видите, она заряжается. Но она медленная в ударе. Вот. Минус ее, она очень медленная, как видите, просто нереально. Ну и, конечно, то, что бьет по прямой, это тоже минус. Была бы какая-то хотя бы зональная атака, а так, такое. То есть, скажем так, где-то ее использовать... каких-то массовых локациях у вас не получится. Ну, она будет бить, загреться на одного героя, будет бить в одну сторону. Точно так же, как Махатма. Но Махатма, конечно, получше. Но видите, зона атаки реально большая. Нереально большая. То есть дальность, точнее. Вот часть убивает, часть не убивает. S3 прошли. Ну, медленный, очень медленный герой. Сейчас, скорее всего, у нас здание быстрее разобьют. Вот видите? Вот вам сразу же все вылазят минуса героя. Так вот, то есть еще минус то, что она ближнего боя. Давайте волну Т попробуем. Поэтому мне этот герой не особо будет заходить, а вот точно так же, как и многим из вас. Ну, конечно, можно будет слепить с него имбу, но для нынешних ситуаций против нынешних героев, это, конечно, печаль. Вот посмотрите. Бьет во все стороны, а толку от этого никакого нет. Вот так вот, даже на волнах. Казалось бы, автопрок и прочее она будет тащить. В общем, пишите комменты, ждите видосика с теста по разным локациям. Всем удачи, всем пока.